детских вступлениях. Я много сидел в качестве члена жюри на различных конкурсах и сам готовил учеников и студентов для участия в подобных. И часто видел и вижу определенные вещи, которые некоторые педагоги или руководители делают, скажем так, неоправданно. Например, хореография заканчивается, и музыка просто стихает, не успев даже завершиться композиционно. Да и танец не завершен, однако ребенок уходит со сцены. Либо бывает так, что у обучающихся школ искусств или творческих студий не воспитана культура артиста. Как красиво выйти на сцену, как правильно кланяться зрителю до и после выступления. Зритель сам по себе, ребенок сам по себе. Еще одна очень серьезная проблема – это выбор репертуара. У ребенка могут быть хорошие способности или техника, но выбранное музыкальное или хореографическое произведение не показывает их, либо, что еще хуже, просто не соответствует возрасту ребенка или его психическому развитию и физическим возможностям. Поэтому очень важно соблюдать в этом всем баланс и не допускать озвученных ситуаций, и помогать ребенку раскрывать свои таланты.